компанию креативной студии AirArt отличается от нынешнего, который мы 3 года назад привозили в прокат санкт-петербургской компании Lumiere Hall, который, в принципе, в Санкт-Петербурге, если вы посещаете, можете постоянно увидеть, это постоянно действующая экспозиция. Здесь у нас в Ростове это, во-первых, показ, который ограничен по времени, и я могу сказать, что он отличается от прошлого фильма большим количеством именно фактов жизни художника и наибольшим количеством картин. То есть ожившие полотна – это 100 подлинников, которые были отсняты нашими фотографами, видеооператорами, инженерами. Монтаж этого фильма более полугода происходил, то есть это условия съемки в Феодосийской картинной галерее, полностью выполненные по техническим требованиям. Дальше монтаж здесь, на территории креативной студии в Ростове. Дальше озвучка. Ну, конечно, я не начала написание сценария, это самый первый, самый первый этап, конечно, написание сценария. И этот сценарий был написан в консультации с помощью руководителя картинной галереи Феодосийской, Ларисы Викторовны, она очень нам хорошо помогла. И вы знаете, вот, почему, собственно, мы этот фильм сделали? Потому что, прокатав тот первый фильм, который принадлежит компании Lumiere Hall, мы, собственно, увидели, какой интерес к Айвазовскому. И даже я, посмотрев этот фильм, вышла с таким небольшим чувством, ну, недостаточного насыщения, да, информации о жизни художника. Не так много картин, практически нет фактов, много вопросов. Мы постарались на все эти вопросы ответить в нашем фильме. Почему он гениален? Какие были вехи в его творчестве? Как он начал? Почему именно эта картина шедевр? И как художник закончил свою жизнь? Фильм очень интересен, я рекомендую всем его посмотреть. А сколько минут длится? Саша, 40 минут? Почти 50. Да, 47 минут, длительность фильма 47 минут, почти 50 минут. Разбит на сеансы, то есть у нас наполнение мультимедийного зала, согласно, вот как сейчас положено, по кинотеатрам, 25% от полной загрузки, поэтому место в зале ограничено, планируйте свой поход к нам, располагая временем, потому что нужно придется чуть подождать. С 1 сентября уже разрешили 50% наполнения зрительных залов в кинотеатрах, поэтому с 1 сентября чуть-чуть больше будет уже в зал заходить людей, и уже с первого сеанса мы видим сегодня, что есть желающие увидеть Айвазовского. Это действительно фильм, который показан в формате «Ожившие полотна» с применением современного оборудования, то есть звук вокруг, видео вокруг. Это полностью круговой зал, и вы погружаетесь в фильм полностью. То есть это не совсем формат кинотеатра, это формат именно мультимедийного проекта. И я с уверенностью могу сказать, что такого классного фильма мы еще не видели.